Я видел космический корабль. Тебе нужно в больничку. Сотрясение вчера заработал. Клоун! Со мной явно что-то происходит. И я это чувствую. Фролов! Тебя к директору. Кто это вообще такой? Пришелец, один из серых. А я-то здесь при чем? У тебя информация, которая позволит им начать вторжение. А теперь, Фролов, ты пойдешь со мной. Дай нам скачать информацию, мы оставим тебя и твоих друзей в покое. Я ведь обычный школьник. А кто хотел сделать этот мир лучше? Кто-то в тебя очень верит, а доверие так просто не рождается. Скоро прибудет наш флот, и от вашей маленькой зелененькой планетки останется серая пустыня. Выбирай, или твой друг, или твое мнимое предназначение. Может, это все не случайно?